се, вукисе. Рои се, вуца. Вок бивесе, вок пангиву, човом. Рои се, вукисе. Рои се, вуца. Вок бивесе, вок пангиву, човом. Певусоча, векель пипа, чимахе, чопен, ненкиову, пан. Не борись с болью, тебе не победить, впусти ее. Пусть она унесет тебя. Духи просят немалую плату. Это ритуал. Без боли никак. Она тебя защищает. Мир духов постоянно меняется, и тебя менял бы точно так же. В этом его красота. Мы стоим посреди чистой энергии. Тут все живое. Каждый камень, каждая капля воды. Перемены, рост, движение — единственный непреложный закон этого места. От такого дыхания перехватывает, и голова идет кругом. Это чуждый человеку первозданный мир. И родной дом для духов. Другого они не знают. Если тебе станет легче, мне так же больно. Прими эту боль. Пусть она станет твоим якорем. Таков путь наследника духов. А теперь идем. То, что угрожает Акбулану, угрожает и всему миру. А, вы чувствуете? Пахнет гнилью. Порча уже поглотила Итеру! Они так молоды! Ah!
Сюда. Я открою путь. Пеха сачин дивака. С ним все хорошо. Осторожно. Акбулан, ты меня помнишь? Мы опоздали. Нет! Нет, мой старый друг. Эру. Нельзя, чтобы он погиб зря. В нем осталась сила, в сердце. Он еще может спасти Нейреллу. Тогда действуем быстро. Порча распространяется. Нет. Это я предал Акбулана. Спасибо, Акбулан. Нахей-хей. Аваку. О, Эру. Идем. Пусть побудет один. Из смерти рождается новая жизнь. Это была ужасная гниль. Но духи преобразят ее, как она преобразила их. Жаль, только Эру этого не видит. Иди и узнай. Я побуду с Эру. Когда он придет в себя, отправлю его за тобой. Совет захочет узнать, что произошло. Слушай, я понимаю, это было ужасно, но сегодня ты стала гордостью своего круга.
Не стоит. Он был болен. Ты даровала ему свободу. Я бы на такое не осмелился. Спасибо тебе. Скажи, сможешь ли ты совершить такое еще раз? Что? Я про Нейреллу. Думаешь, ее уже не спасти? Нет. Никогда не видел смысла отчаиваться. Но готовиться стоит ко всему. Может, она еще боится. А может и нет. Так или иначе, ты ей нужна. Думай об этом. Ты поможешь ей, что бы ни случилось. Прежний путь теперь перекрыт. Становится хуже и хуже. Вы преодолели долгий путь. Рад. Он еще здесь. Хороший знак. Нейрелла держится. Она же была здесь. Куда пропала?
Он исчез по мановению лапы. Настоящий чудотворец. Все как в древних легендах или священных книгах сакарумитов. По правде говоря, я вовсе не случайно обнаружил твое тело в реке. Это он меня к тебе послал. Что Карат когда-нибудь поможет мне лично. Или, вернее, его дух. Хотя, чтобы справиться с легендарным злом, нужны легендарные помощники. Что тебе сказал Мефисто? Там, в полях. Он думал, что сможет убедить меня выпустить его из камня. Духи, он даже в камни принес немало вреда. Отыскав Акбулана прежде, чем помочь Нейрелле, ты бы вернулась и нашла ее мертвой. Или хуже, во власти врага. Силы уже тогда ее покидали. Она целыми днями противостояла Мефисто. Но увидев тебя, она вспомнила, что не одна. Это лечит сильнее любого снадобья. Оказавшись с ней рядом в тот миг, ты спасла ее, сама того не осознавая. Я не желал бессмертия в людских умах. Не желал, чтобы моими словами оправдывали злодеяния. Все это сделали закарумиты. И не только это. Но допустили такое те, кого я любил. Мои ученики. Я хотел уйти совсем. А они сберегли мои слова. Мой образ. Это из-за них я сейчас выгляжу так, как выгляжу. Думаю, этот зал выстроили в их честь. И хотя они меня предали, хотя я должен гневаться, я все равно рад их видеть, даже спустя столько лет. Когда-то я был частью Акарата. Он и вправду был человеком. Его любили. Так сильно, что когда он умер, ученики не дали ему уйти, как он того желал. Одна из них, первая из наследников духов, загнала его душу в незримый мир. Что она там с ней сделала, мне неведомо. Знаю лишь, что родился в великой боли. Какой смелый вопрос. Спрашивать без стыда и страха поистине прекрасно.
Я помогаю Нейрелле. От нее зависит судьба на Ханту. Говори, Эру. На прямой вопрос я отвечу честно и прямо. Это она принесла сюда великое воплощение зла. Она привела сюда оболочки. Камень разбудил их. Но Мефисто посеял эти семена многие века назад. Оболочки уже были здесь, когда я вел смертную жизнь. Когда я оставил волку шрам. Еще до того, как пал Кураст. Камень связан с ее душой. И его надо успокоить. Спасем Нейреллу, спасутся все. Идите. Вы нужны ей. Кудо, Марс, Салан, Акара, Черц, Чичам, Мили, Дубис и Чиз, Мили, Лиламби. Акара, Черц, Чичам, Мили, Дубис и Чиз. Мили лэмби тусу су кудо Марс спалан Акара чир. Страж так и не благословил нас. Но если съешь его сердце, то освободишься. Мили лэмби тусу. Ты спрашивала, думала ли я, что мои действия тщетны? Я думала, что ответила, что с товарищами все тяготы даются гораздо легче. Нейрелла. Это я. Я с тобой. Тебе не нужно бороться в одиночку. Oh, my God.
Ха-ха-ха.